Занимается волейболом, увлекается фотографией, учится в Истринском профессиональном колледже, станет учителем начальных классов. Виктория Блинова – девушка целеустремленная, с уверенностью смотрит в будущее. Даже перестановку в квартире, ключи от которой вот-вот получит, уже продумала до мелочей. Хотелось бы добавить туда стол рабочий, чтобы можно было заниматься, и что-нибудь поменять. Что, например? Шкаф докупить для вещей и, наверное, поставить кровать к окну. Виктория еще не знает, вся необходимая мебель в квартире уже есть. Осталось дело за малым – переехать. У нас там ремонт сделан в квартире. И мебель, и кухня собрана, и сантехника, и холодильник, и утюг даже есть. Поэтому ребята могут заезжать. Спасибо. Прямо сегодня в квартиру уезжать. Виктория получила ключи от квартиры в микрорайоне Восточный в Звенигороде. А Элеонора Митяева и Андрей Завьялов в Высоких Жаворонках в Малых Веземах. Молодой человек увлекается хоккеем и учится на программиста. Скорее всего, ему не придется долго искать работу после окончания обучения. Ваша задача сегодня хорошо учиться, получать пятерки, отличное знание, которое вам пригодится потом в жизни. При выборе места работы, ну а мы откроем все двери для таких способных, хорошо обученных ребят молодых. Ключи от квартир юные жители Одинцовского округа получили по программе губернатора региона. С начала года новоселами стали 15 детей. Еще 7 смогут отметить переезд в собственное жилье до конца 2021-го. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».